Всем привет! Я Мавзуна. Добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я буду готовить котлеты из сосисок и сыра. Для этого нам понадобится сосиски, сыр, яйцо, сметана и мука. Сосиски очищаем от кожицы. Это надо делать аккуратно, чтобы не порезаться. И надо нарезать их вот таким вот способом. Делим на два, а потом еще на два. Нарезаем кубиками. К сосискам и сыру добавляем яйцо, сметану, муку. Хорошенько перемешиваем. Формируем котлеточки. Обваляем котлеточку сначала в муке, затем в яйце, потом в панировочных сухарях. Отправляем на сковороду. Обжариваем котлеты на растительном масле на среднем огне, постепенно переворачивая. Вот наши котлеты и готовы. Если вам понравился рецепт, то с удовольствием готовьте котлеты. Это вкусно и просто. Приятного аппетита!